Ekranda gördüğünüz bu əskərlər, bu çavuşlar hamısı o müharibənin canlı döyüşündə iştirak etmişlərdi. Bunlar hal-hazırda, bunlarda ruh yüksəkliyi var. İnşallah, inşallah Qarabağ torpağının axırıncı nöqtəsinə kimi döyüşəcəyik. Qanımızda, canımızda nə varsa ona kimi gedəcəyik. Современное оружие, поэтому надо выводить. Дать умирать не за что. Это не 92-й год. Вот Степанакерт. Около 4-5 часов вечера. Мы идем по городу. Почти, ну не почти, будем говорить, все магазины, кафе, любые общественные места закрыты. Потому что очень опасная и тревожная обстановка в городе. Ни кафе, ни рестораны вот не работают, хотя обычно, ну, все работают в режиме с 9 до 6 до 7 часов. Видите сами, что людей на улице фактически нет. Замки на ставнях, закрытые двери –